Смотрите в эту пятницу. Четыре команды. Четыре наставницы. Финальная битва. Признание. Я все это чувствую через сцену. Я не сказал с ней в жизни ни одного слова. Слезы. Это вообще недостойно говорить такие вещи. Вот перестань. Надь, скандалы. Включите мне микрофон, в конце концов. Я не могу работать, когда меня не слышат. Я не хочу брать на себя ответственность. И самое главное, Константин Меладзе назовет имена трех участниц новой «Виагры». Сейчас самый тяжелый момент в этом проекте. Не пропустите финал шоу «Хочу в Виагру». В пятницу начинаем на час раньше на НТВ.